Сталинградская битва – одно из самых страшных сражений Великой Отечественной войны. Наше поколение знает о тех днях только из учебников по истории и из отрывочных воспоминаний ветеранов. Святослав Борисович Бакулин – один из тех, кто сражался за Родину, кто и сегодня, спустя 75 лет после победы советских войск в той битве, готов вновь вспоминать события тех дней. Война для всех была одинакова. Правда, некоторые говорят, я как, например, наш полк был, отвоюет, танки побили. Что, не пехота же пойдет, танкисты. Раз, собирают на эшелон и обратно. Вот в Сталинграде я отвоевал, в госпитале отлежался, меня раз в Москву отправляют в отдел кадров. В Москве, значит, раз, петушки, там станция такая, недалеко от Москвы, километров 15, там формировочный пункт был. Танковый, значит, полк. Я попал туда, танки получили и на Калининский фронт. Ну, это что, Москва, что Калининский фронт. Все рядышком там было. Калининский фронт. 2 месяца мы провоевали, танки кончились. И нас опять под Москву. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начатой под Сталинградом, был завершен в Курской битве. Это самое крупное танковое сражение в истории навсегда осталось в памяти ветерана. Помню, лежал на земле, там постели не приготовили для нас. Вот трава есть, под голову камень положи и будешь отдыхать. 12 дней прошло, и я помню, лежал на земле. Что такое шум большой? Земля трясется, кот несется. И это артиллерийская подготовка. Наша пошла. Первые сорвали наша, ну, как разведка определила, когда они должны были по нашим этим войскам удар сделать. А наши опередили на 4 часа. И первые линии обороны их смяли. Смяли, наши пошли, а у них вторую линию, они обороны тоже, оборону такую создали, что наши ткнулись и назад откатились. Пройти нельзя было. И началась здесь вот эта вот Курская дуга. Сломив немецкое сопротивление, полк, в котором был Святослав Борисович, вернулся на Ленинградский фронт. Они взяли Эстонию и Латвию, а в Литве столкнулись с той самой Курлянской армией, последней группировкой германских войск на территории СССР. 8 числа, говорят, мы выдвигаемся на исходные позиции. А что такое исходные позиции? Это мы с приказания уже должны с немцами были. Или воевать, или обороняться, не знаю, как, что получилось. И вот мы, значит, когда вышли на исходные-то, и вдруг останавливают нас, останавливают, и девчонки какие-то выбежали из леса, связистки, что ли, они кричат, танкисты, война кончилась. Мы все, да, машины стояли, глушили, не работали. Там ребята кричат, как кончилось? Кончилось, этих девок зашивал. Начальство, нельзя было кричать-то. А они с радостью, ну им по шее там надавали за это дело. Мы остановились, нам дальше идти нельзя. И кончилась война, нам ничего не говорят. Мы рации настроили, ничего нет, не говорят. И до 4 часов утра мы ничего не знали. Свою радость приходилось сдерживать, чтобы вновь не спровоцировать немецкую армию. Война кончилась, а вокруг была тишина. Дня через 2, что ли, отвели на то место, где мы стояли, на выжидательной. И мы так вот месяца полтора, что ли, там больше, проболтались там, уже мирный труд. Прыгали, бегали, занятия уже начали заниматься. Вот так вот кончилась война. Совсем хорошо было. Своими орденами и медалями Святослав Борисович не гордится. А на вопрос, за какие подвиги, лишь скромно отшучивается. Ты с какого танка? 10-го. А, ты да, более-менее что? Пишите его, Петрову. Вот, вот так вот. А не то, что там... как пехота, вот он на штык его взял, гранатами забросал. Танкисты же это не делали,
закрытая броня, идут по нему все, что есть, стреляют по этому танку. Вот так вот. Во время интервью Святослав Борисович почти все время улыбался. Человек, переживший страшные годы войны, подарил нам не только мирную жизнь, но и свою улыбку, в которой кроется невероятная сила и мужество. Сверху энергия-то идет вся. Откуда ее здесь возьмешь? Здесь только вот на кухне плиту разжег, кастрюлю поставил, чай сварил, картошку жарил. Это я не могу вот жарить картошку, не могу, не вижу я. А как картошку жарить будешь? Нет, мясо тоже, котлетки там, не могу я. Я положу, это готово, они не готовы. Мне второго у меня мало бывает. Газета «Ульяновская правда» уже писала о Святославе Борисовиче еще в 1963 году. С того времени прошло уже 55 лет, а он все так же бережно хранит памятные газетные листы. Вот такой он, герой войны. Открытый и добрый, скромный и улыбчивый. На наши слова благодарности Святослав Борисович даже смутился. Он признался, что спасибо ему уже давно никто не говорил. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».